Снегопады, мороз и оттепели, низкая температура ночью и солнечная днем. Так и появляются снежные карнизы, сосульки на крышах. Они ломают водостоки и крыши, могут обрушиться на прохожих или рядом стоящие автомобили. Это ежегодный предмет обсуждения, который небезопасен для жизни и здоровья городских жителей. Чтобы себя обезопасить и чувствовать уверенно, проходя по улице в это время года, важно своевременно счищать снег и сосульки с крыш. А также необходимо помнить о мерах безопасности и прислушиваться к рекомендациям МЧС. Во избежание предупреждения несчастных случаев следует быть более внимательными и осторожными, проходя под крышами и карнизами домов. Воздержитесь в данный период времени от нахождения вблизи зданий с нависшими на крышах массами снега. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность. Не подходите близко к стенам зданий. Особое внимание уделите детям. Научите их смотреть не только под ногами, но и над головой. Не оставляйте под карнизами детские коляски и не паркуйте автомобили вблизи зданий. Уважаемые граждане, будьте бдительны, не подвергайте свою жизнь опасности.